Узмацніць тэхналагічную дысцыпліну падчас жніва і разлічваць на ўласныя рэсурсы. Александр Лукашэнка з рабочай паездкай наведаў Міёрскі раён. Зборная Віцебскай вобласці стала лепшай беларускай камандай на злёце навучэнцаў саюзнай дзяржавы. Спаса-Праабражэнская царква ў Полацку прыадчыняе свае таямніцы. Археолагам удалося ўстанавіць першапачатковы выгляд святыні. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка патрабуе ўзмацніць тэхналагічную і кадравую дысцыпліну падчас жніва і лічыць, што ў Віцебскай вобласці трэба ўздымаць вытворчасць за кошт уласных рэсурсаў. Сёння кіраўнік дзяржавы з рабочым візітам наведаў Міёры і азнаёміўся з сацыяльна-эканамічным развіццём раёна, ходам уборачнай кампаніі на палях адкрытага акцыянернага таварыства Туркова. Александр Лукашэнка таксама пабываў у новай раённай бальніцы. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Тэхналагічная і кадравая дысцыпліна падчас уборачнай кампаніі павінна быць жалезнай, упэўнены прэзідэнт. Падчас рабочай паездкі ў Міёрскі раён Александр Лукашэнка патрабуе наладзіць зладжаную работу на жніве і адзначае, што ў Віцебскай вобласці пара падымацца за кошт уласных рэсурсаў. Тэхналагічная дысцыпліна. Без неё нечаго ў поле выезжаць. Если нет технологии, чего по хате сеять в убыток? Технологическая и самое главное – это кадровая, трудовая дисциплина, железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности. Я понял. Ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия. У Міёрах прэзідэнт цікавіцца тэмпамі ўборкі збожжавых і запэўнівае, сёння неабходна сеяць толькі тыя культуры, якія даюць найбольшы ўраджай. На прадпрыемстве Туркова з задачай спраўляюцца, сёлета тут выйшлі на рэнтабельную працу. Пад збожжавы адведзена амаль 1000 гектараў. Уборачную гаспадарка пачала адной з першых у раёне. Разам са жнівом ідзе і нарыхтоўка кармоў. Наше хозяйство вышло на безубыточную работу, обеспечиваем себя топливом, минеральными удобрениями, средствами защиты, ну, в то же время как бы поддержка района, как бы области, выделение товарного кредита на топливо, на получение там, надбавок за молоко. Значит, на перспективу приступаем к севу озимого рапса. Ни много ни мало, 170 гектар по плану. Планируем в этом году посеять озимые пшеницы на площади 800 гектаров, увеличить площадь под озимые культуры, сократить площадь под яровые, так как озимая пшеница является более плодородным на наших землях, больше дает результат, больше урожайность. Не абыходзіць Александр Лукашэнка пытанне развіцця жывёлагадоўчай галіны і наяўнасці ў гаспадарках неабходнай тэхнікі. Калі не вырашаць праблемы, не будзе і выніку, адзначае кіраўнік дзяржавы. У Віцебскай вобласці гэта разумеюць, таму рэгіён распрацаваў стратэгію развіцця аграпрамысловага комплексу, дзе стаўка робіцца на буйныя інтэграцыйныя структуры. Зараз іх у краі 4 – Віцебская, Глыбоцкая, Аршанская і Полацкая. Производства зерна, малака, мяса, кормов, она не может быть без интеграции с переработкой и дальнейшей продажи населению этой продукции. Фирменную торговлю создали, 27 магазинов. Мы увеличили производство, переработку и продажу через свою собственную торговую сеть. Создавая свою фирменную торговлю, мы можем конкурировать даже уже с крупными сетями торговыми Республики Беларусь. Падчас візіту ў Міёрскі раён кіраўнік дзяржавы наведаў Міёрскую раённую бальніцу. Даўгабуд, які так чакалі месцічы, быў завершаны дзякуючы інавацыйнаму фонду ў маі гэтага года. Зараз бальніца свой асаблівы стандарт аказання медыцынскай дапамогі. Тут усталявана сучаснае абсталяванне, укараняюцца новыя методыкі лячэння і дыягностыкі. Александр Лукашэнка ўбачыўся з пацыентамі, а самым маленькім уручыў вітамінныя падарункі. Комфортно в палатах. Кровати удобные, душ рядышком, это тоже хорошо, комфортная температура. Это хороший медперсонал, помогают, если что, можно спрашивать, ответить на все ваши вопросы. У Міёрах Александр Лукашэнка таксама падтрымаў прапанову бізнесмена Алексея Каваленкі пабудаваць высокатэхналагічны кардыялагічны цэнтр з нямецкімі інвестыцыямі і тэхналогіямі. Прадпрымальнік ужо ўкладвае грошы ў прамысловую сферу. Ты хочаш построить частную клініку, нет проблем. Тем более иностранцы готовы помочь. Это частная клиника, ты будешь лечить пациентов.
Мы будем, ну, как ты говоришь, есть же люди, которые платить мы не могут. Мы за тех будем платить. Да, то есть мы тебе будем оплачивать. По средневзвешенной цене по стране, а не так, как он на выставке. Если он заломит цену, мы будем лечить своих учреждениях, поэтому у него же конкуренция большая. Это принципиальный подход, мы ему об этом сказали. Только средневзвешенная цена услуги по стране. Здесь бюджета на строительство ничего не нужно. Здесь все построится иностранным партнером. Управление будет иностранное. Таких нету у нас. Ни у нас нету, ни в России нету, ни в Казахстане нет. Это перспектива может быть. Это новый уровень. И новое взаимоотношение, экономика. Конечно, новое, да, я готов тебе помогать. Миюрский район зараз становится не только аграрным, а и промысловым. Тут будуется завод «Белой бляхи». Инвестиционный проект коштом 200 миллионов евро забеспечить новыми працовными местами больше за 650 человек. Идею подтримали региональные улады. Сюда подвели автомобильную дорогу и чыгуночную ветку. Артур Смоляков, новини, Миюрский район. Аграры Витебской области завершают уборку озимого рапсу. Амаль 98% площу, отведенных под эту культуру, уже скошены. Активно убирают збожжевые и зернебобовые. Сприяльные умовы надворья позволяют хлеборобам тримать высокие темпы жнива. Каля трети площу уже убраны. Намолочено больше за 290 тысяч тонн збожжа при средней урожайности 28,5 центнеров с гектара. Больше за всех сбирают на круг працовники Полоцкого и Аршан. Району, амаль 35 центнеров. Больше за полову збожжевых палетков убрали аграры Глыбоцкого и Поставского районов. У области з'явился и первый двухтысячник. Экипаж господарки Заозерья Витебской интеграционной структуры Леонида Алексеенки и его помощника Паула Ханяка собрали уже другую тысячу хлеба на палетках Хлепельского района. Поширился и спис передовиков тысячников. Его пополнили два экипажа Витебского мясокомбината. Леонид Парамонов и Александр Колпаков, которые работают на полях Сенинского и Городоцкого районов. Механизатор Глыбоцкого комбикормового завода Юрий Ордынский намолотил 1000 тонн збожжа у Шарковшинском районе, а представник Аршанского комбината хлебопродуктов Александр Комаров на палетках своего района. Сборная Витебской области стала лепшей белорусской командой на взлете навученцев союзной державы. Один из самых масштабных союзных молодежных проектов проводится раз в два года на территории двух краин. Все лето споборництвы ладились у 12 раз. У взлете на территории Владимирской области Российской Федерации приняли удел 34 команды из России и 7 белорусских дружин. Свои таленты показывали больше за 500 юных туристов в возрасте от 14 до 17 годов, которые стали лепшими по выниках региональных отборов. В ходе упорной борьбы сборная команды Витебской области заняла второе место в соревнованиях «Контрольно-туристский маршрут», первое место в конкурсе «Туристских газет» и конкурсе «Туристских навыков» и третье место в конкурсе «Краеведов». И по решению Постоянного комитета союзного государства среди белорусских команд признана лучшей командой команда Витебской области. Самое сложное, пожалуй, это был контрольно-туристический маршрут. Он был технически хорошо поставлен, но самое тяжелое было – это погода. 40 градусов тепла было. Подружились с ребятами из Алтайского края, из Хабаровска. С белорусами тоже. Мы сначала соперничали, а потом вместе в поезде ехали. И получилось так, что сначала соперничали, потом уехали домой друзьями. Удельники туристичного взлета продемонстрировали творческие здольности в рамках конкурсной и спортивной программ. У складе сборной Витебской области выступали представники Новополоцка и Витебска, а так само Аршанского и Витебского районов. Спасо-Преображенская церква у Полоцку приотчиняет историкам и археологам свои таямницы. Доследования на территории храма ведутся несколько годов, однако только зараз удалось установить первопочатковый выгляд святыни. На самой справе несколько стагодзяў тому она была значно большей. Зараз навукоўцы вывучают конструкцию церквы. Подробязности сенсацийных открытий у наших корреспондентов.
Храм православнага спаса Еўфрасініўскага манастыра пабудаваны быў у 12 стагоддзі пад кіраўніцтвам самой Еўфрасіні. Першапачаткова называўся Спасскай царквой. Гэта помнік старажытна-полацкага дойлідства. Даследаваць святыню пачалі яшчэ ў 19 стагоддзі, аднак сапраўды сенсацыйнымі сталі знаходкі апошніх гадоў, калі навукоўцы з Беларусі, Расіі і Украіны паглыбіліся далей у гісторыю. Храм меў абсалютна іншы архітэктурны воблік: тры асобныя галерэі, паўднёвая, паўночная і заходняя, і падзямелле. Помещение перекрыто сводом. По своей конструкции оно напоминает гробницы, которые часто встречаются на византийских некрополях, но, надо сказать, никогда не встречались на некрополях, то есть кладбищах Древней Руси, в частности, 12 века. У нас есть такая рабочая гипотеза, предположение, что, возможно, она была предназначена для захоронений, но не захоронений в том виде, как происходит сейчас, а захоронений костей умерших. Кожны, хто зараз працуе ў раскопах, разумее значнасць гэтага помніка архітэктуры для еўрапейскай і сусветнай гісторыі. Пры гэтым інфармацыю навукоўцы атрымліваюць з самых дробных знаходак. Найбольш, напэўна, цікавы гэта манеты, прычым вось за апошнія тут 2 гады у нас знойдзена больш 10 манет, прычым перавага ў тым, што манеты, яны фактычна датуюцца 16-м стагоддзем. Мы можам пэўнай ступені сказаць, што была нейкая вось эканамічна, можа быць, актыўнасць да ў далівонскі якраз такі перыяд, вось звязаная з манастыром. Тое, што храм перабудоўваўся, было вядома і раней. Тут шмат напластаванняў розных стагоддзяў. Найбольш маштабныя перабудовы датуюцца 18-м стагоддзям. Царква тады атрымала зусім новае аблічча. Зараз спецыялісты вяртаюць ніжняму ярусу першапачатковы старажытны выгляд. Внутрішнія аб'ёмы храма, они должны быць выдержаны ў 12 веке пры рэстаўрацыі. А внешне объем наш выглядит как 19 век. Аркосоли, которые были раньше заложены, вот, мы их открываем, потому что в них есть живопись, и с точки зрения архитектуры, объема, они выполняли такую функцию облегчения вот этого, ну, довольно брутального состояния. На стенах храма знойдзены каля 10 тысяч фрагментаў фрэсак розных перыядаў і пісьмовыя аўтографы. Для гісторыкаў яны кладзяць каштоўнай інфармацыі. Графіці Спаса Преображэнскай церкві датируюцца з канцом 12 века і где-то 30-мі годамі 19-го. Вот в этом промежутке они наносились. Ну і сюда входзяць самыя разныя надпісі. Если 12-14 век – это надпісі памінальныя, это надпісі молитвенныя, где чалавек просіць помощи у Бога, то надпісі более познія, они связаны уже со шкалерамі езуіцкага калегіума, которые оставляли здесь надпісі во время учебы. Галоўная праблема рэстаўратараў храма – солі. Стены амаль на метр уходзяць у зямлю. Пры гэтым плінфа добра ўбірае ваду і солі з яе, таму жывапіс 12-га стагоддзя ў ніжнім ярусе захаваўся дрэнна. Зараз старую тынкоўку тут мяняюць на новую, са спецыяльнымі функцыямі – утрымання соляў. Ад далейшых разбурэнняў царкву зберагуць гідраізаляцыйныя работы. На гэтыя мэты выдзяляюць дзяржаўныя сродкі. Колькі яшчэ таямніц хавае помнік сакральнай архітэктуры, не здагадваюцца нават навукоўцы, якія вывучаюць яго не адзін год. Вольга Шмаргун, навіны, Полацк. А зараз навіны ад гульні «Удача ў прыдачу» з Еўраопт. Две квартиры в Минске, 10 стильных внедорожников и более 40 тысяч денежных призов. Именно так выглядит счастливая статистика 78-го и 79-го туров игры «Удача в придачу», призы которых были разыграны за две минувшие недели. Так, в 78-м туре сразу два главных приза выиграли покупатели «Евроопт», которые работают в магазинах-конкурентах. Квартира в Минске досталась Светлане Демидовец из городского поселка Лельчицы Гомельской области, которая работает продавцом в одном из магазинов местного райпо. Очень замечательно, рада. Таки ребенку подрастающее поколение. А заведующая сектором бухгалтерии в столичном ЦУМе минчанка Ирина Соколовская выиграла один из 5 новеньких автомобилей Hyundai Creta. Если есть такая игра, то надо играть. Еще один автомобиль в 78-м туре выиграла покупательница интернет-гипермаркета «Е-доставка». Этой счастливицей стала минчанка Виктория Степура, аккаунт-директор рекламного агентства. 3-4, у меня есть
автомобиль. Да. Что касается еще трех автомобилей, разыгранных в 78-м туре игры «Удача в придачу», то они достались двум пенсионеркам из Минской области. Ольге Романович из Молодечной и Валентине Вечерской из Жодина, а также домохозяйке Александре Майсюк из Гродно. Молодая семья, поэтому нужна машина. Очень нравится. Очень. И цвет хороший. Большая радость, первый раз в жизни. Еще неделя и еще шесть новых имен в списке главных победителей игры «Удача в придачу». И в этот раз «Фортуна» снова удивила своим выбором. И квартиру, и один из пяти автомобилей в 79-м туре помогли выиграть покупки с доставкой на дом. Слесарю из Гомеля Виктору Гавриловцу жилье в столице принес заказ в онлайн-сервисе «Гипермолл». Будет жизнь дальше здесь. А маме в декрете Наталье Климович из Минска «Удачу» доставили курьеры интернет-гипермаркета «Е-доставка». Теперь она обладательница внедорожника Hyundai Creta. Деревня магазина нет, и мы вот пользуемся услугами Еврооптов, что очень удобно. В целом, в 79-м туре «Удача» благоволила молодым мамам. Еще два автомобиля теперь радуют маму в декретном отпуске Ольгу Андросову из города Жлобина Гомельской области, а также многодетную маму Ольгу Козич из деревни Вишевичи Пинск района. Хотелось плакать и смеяться, и я не могу передать. Мечтала о собственной машине. Вот оно и получилось. Также автовладельцами по результатам 79-го тура игры стали пенсионерка Людмила Катрулина из города Быхово Могилевской области и агроном Виктор Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района. Я обрадовалась, было приятное волнение. Папа хотел машину, и вот так нам повезло. И, конечно же, два прошедших тура стали счастливыми еще для более 40 тысяч покупателей по всей Беларуси, которые выиграли денежные призы. Уже 1 августа обладатели кругленьких сумм по 500 рублей приехали за выигрышем в гипермаркеты Евроопт своих областных центров. Ермоленко Ольга Дмитриевна, я из Минска, работаю учителем. Мазалевская Юлия Александровна, город Минск, работаю бухгалтером. Тямович Ольга Александровна, приехали мы с Мялинского района. Игре «Удачу в придачу» более 2 лет, и за это время покупатели магазинов Евроопт и Брусничка, онлайн-сервисов, Е-доставка и Гипермолл выиграли и получили уже 59 столичных квартир, 226 новеньких автомобилей и сотни тысяч других призов на общую сумму свыше 19 миллионов долларов. И эти цифры будут только расти. 30 июля дан старт юбилейному 80-му туру игры, в котором будут разыграны просторные квартиры в Минске, 5 внедорожников Nissan Juke и более 20 тысяч денежных призов. Не пропустите розыгрыш призов во вторник, 7 августа, 18:20 в прямом эфире на телеканале ОНТ, сайте Евроопт.бай и социальных сетях. И, конечно, не забудьте сделать нужные покупки, чтобы испытать свою удачу в игре от Евроопт. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. У ближайшие сутки по области чекается переменная облачность. Ночью местами короткочасовый дождь, навальница, днем без опадков. Ветер полночно-заходний 3,8, при навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 14-19, днем плюс 25, плюс 29. У Витебску чекается переменная облачность. Ночью махчимый короткочасовый дождь, навальница, днем без истотных опадков. Ветер полночно-заходний 3,8, при навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 16-18, днем плюс 25, плюс 27.